все-таки для вас быть на одной волне? Вы знаете, на одной волне это значит, мы мыслим одинаково, наши процессы, скорее всего, строятся примерно одинаково. Именно тогда мы можем быть качественным поставщиком. И, собственно, то, что с нами общаются, и то, что нас слушают и готовы слушать. Вот, наверное, то, что мы идем рука об руку на одной новой волне с магнитом. На одной волне это значит думать вместе, решать вместе, действовать вместе. Oh, it's extremely important. As I said, world is changing. Consumer is much more demanding than in the past, so we have to stick together with Magnit, with the most important retailers, to make sure that we are serving our consumers at the best. Обмениваться опытом, обмениваться информацией, быть открытыми, делиться таким best practice, что мы, собственно, и делаем. И я считаю, что Magnit в этом сильно преуспел, и категория очень открыта к инновациям, что, еще раз повторюсь, отрадно и радует производителей, потому что мы можем реализовывать все свои инициативы, общаясь с потребителем напрямую через сеть. Быть на одной волне – это быть в тренде, быть современным, придерживаться общих тенденций.